Всем привет, продолжаем снимать обзоры на напитки и спортивное питание. Вновь у нас рубрика энергетики. Вот такой вот Lead Energy, классический вкус. Баночка приобреталась в магазине Пятерочка объемом 450 мл за 100 рублей ровно. Уже пробовал некоторые вкусы, в принципе неплохие, ничего такого вау, но пить можно. Давайте посмотрим составчик и будем дегустировать. В состав у нас входит сахар, уже хорошо, концентрированный яблочный сок, лимонная кислота, цитрат натрия, таурин, ароматизаторы пищевые, кофеин, краситель сахарный колер 4, кармузин, витаминный комп премикс группы Б, витамины сорбат, калий, аминазид, натрия, красители, как-то вот так. По калорийности стандартно, даже больше сахара много, 13,5 углеводов на 100 мл продукта и целых 55 килокалорий. Производится он на разных заводах. Кстати, вкус написано классик со вкусом клюквы и барбариса, хотя вот здесь ничего не указано. Ну что, как энергетик он слабый, кофеин, таурин, ну довольно калорийный, много сахара, то есть баночки, считайте, почти 300 калорий. Ну что, давайте будем пробовать. Цвет такой красненький. Пахнет ягодкой. Ну, такое себе. Буду корректный. Если корректно, не очень. Если не корректно, дерьмо пока что. Ладно, продолжаем. Ну, ребята, очень приторный. В принципе, пить можно, но слишком сладкий. На мой взгляд, не самый удачный вкус. Вот написано что-то оригинал. Хотя барбарис с ягодой, на мой взгляд, не очень сочетается. В принципе, барбарис не люблю. На мой взгляд, все-таки классик, это что-то ближе к Red Bull. Ну, вообще, честно говоря, не заходит. Я вот половину банки выпил и даже допивать не хочу. Я поставлю этому напитку 1 балл из 5. Не вижу в нем никакого плюса. То есть, как энергетик, он слабый, много сахара. Вкус мне вообще не понравился. Поэтому не рекомендую. Вот Elite Energy Classic. Вот, мне не зашел. Вкус дерьмо. Как энергетик тоже дерьмо. Поэтому не рекомендую. 1 балл из 5. Ну, а с вами мы увидимся. До новых встреч. Пока.